На самом деле университетская жизнь полна разных мероприятий. Но к некоторым этим мероприятиям мы относимся с особой нежностью. Это мероприятия, в которых взаимодействует профессорско-преподавательский состав и студенчество в неформальной обстановке. В этом конкурсе проигравших нет. Это действительно так. Ребят, добрый путь. Кураторы существуют у нас давно в университетах, но год от года функционал кураторов возрастает, и студенту в университете кто-то должен помочь в разрешении вопросов, которые у него возникают, а возникают они самые-самые разные. И должности такой нет. Есть такое общественное призвание быть куратором. И мы хотели бы данным конкурсом сказать большое спасибо кураторам за то, что они выполняют такую большую общественную, по сути, нагрузку, поблагодарить и немного поднять статус этой вот этой личности. Конкурс состоит из нескольких этапов. Первый этап – это они подают заявку, определяются с группой, с которой они, соответственно, будут выходить на конкурс. Далее они пишут эссе «Куратор будущего». Затем они работают с группой на протяжении года. В этот период мы проводим с группой анкетирование, то есть куратор глазами студента. А далее мы уже подводим итоги деятельности куратора за год. Каждый этап он был оцифрован. Поэтому очень сложно, наверное, было оценить эссе, потому что они все были творческие, каждый по-своему хорошо. И, конечно, здесь вот оценить было сложно. У нас эссе читало порядка 20 экспертов, по-моему. Но отказываться от эссе нельзя, потому что эссе – это не цифра, это душа человека. И нам было очень интересно читать эти материалы. Напрямую общается с заведующими кафедр, а работа кураторов, она почастую нам не видна. Мы общаемся с цифрами, то есть мы видим успеваемость студентов, мы видим их участие в каких-то мероприятиях, а за этим стоит именно куратор. Поэтому вот такие мероприятия позволяют высветить этих людей, посмотреть на них с новой стороны. Я считаю, что это один из самых важных конкурсов вообще в нашей практике. Болею за Михаила Ульяну Владимировну. Это очень хороший человек. Она помогает всегда, поддерживает нужный момент и, ну, как говорится, не бросает. Пришел болеть за Якунину Ирину Александровну. Этот учитель значит для меня много. Он продвинул меня с 1 по 4 курс, всегда мне помогал. И когда были у меня проблемы, всегда приходил мне на помощь, как бы я к нему ни относился. Да, у нас были свои недопонимания, недочеты, но все же мы всегда держались вместе. И я хочу сказать, что это замечательный, классный руководитель и просто великолепный учитель. Участие принять меня сподвигла моя группа Т-15-2. И сегодня, кстати, они пришли меня поддержать, что было очень приятно. Это работающие люди, и они отпросились, меня поддержали. Мне очень приятно, я очень рада, что я лучшая. Это было очень неожиданно, это очень приятно. И радует то, что моя работа признана и оценена. Спасибо.